Проехать любой ценой. Разъяренный мужчина сломал шлагбаум голыми руками. Конфликт произошел в одном из столичных дворов. На видео, по словам автора, запечатлены местные жители и гость. По профессии он якобы стоматолог. Подъехав на внедорожнике, мужчина заявляет, что шлагбаум установлен незаконно. У нас все законно стоит. Ломайте, ломайте, да, у нас законно. У нас законно стоит шлагбаум. Прекратите. Я все вижу. Который незаконно установлен. Вы чего там? Ребята, остановите его. А? Снимайте номер и вызывайте ментов. Но его было не остановить. Одна из жительниц фиксирует происходящее на камеру, остальные вызывают полицию. Чем все это закончилось, выясняют наши корреспонденты. Все подробности расскажем в следующих выпусках. Не пропустите.